Хочешь узнать реальную историю, как Хаги-Ваги превратился обратно в человека? Я думаю, то, что, конечно, хочешь, поэтому нужно видео просто досмотреть до конца, а еще желательно бы поставить лайкос. И давай просто посмотрим, что же у нас здесь будет. Меня! Прямо сейчас! Чувака просто посадили в какую-то капсулу. Слушай, ты, Рик Переросток, я говорю тебе в последний раз. Открой эту чертову капсулу и выпусти меня! Мне кажется, что этому ученому, ну, немножечко пофиг. И он реально, на самом деле, похож немного на Рика. Чё за фигня вообще? Ладно. Что он сейчас делает? Настройки трансформации. Чего? Превратить в помидоры, в хаги-ваги, в маленького гнома или в медузу? Что это все значит, блин? И он выбрал хаги-ваги. Почему бы просто не выбрать помидоры? Да, ты хочешь... Стань помидорами? В смысле, зачем? Ладно. Оу, ну, кажись, пошел процесс. Нет, только не его. Пожалуйста, преврати меня в пылесос. И делай что угодно, только не... Так получается, мы здесь узнаем не только, как Хаги-Ваги превратился в человека, так еще и первый процесс. Человек в Хаги-Ваги? Нифига себе! Как это страшно выглядит. Ну ладно. Жду твоих приказов, мастер. Блин, так у него такой голос прикольный вообще. И погоди, я так понял то, что он сейчас, типа, будет слушаться приказов этого злого ученого, что ли? Ну типа. Ёк, Макарёк. Капец. Угу. Почему у нас на фоне лазурит из Майнкрафта? Окей. Тебе нужно украсть зельку? Видимо, да. Музей химии. Этому музей химии оказались. Понял вас. Хорошо. Есть здесь еще и охрана. Будем знать. Опа-на. Охранник решил немного видео перекусить. Приятного аппетита. Я вам, кстати, тоже, если дам чечь пьете, кушаете. У дам. Тебя есть кетчуп? Угу. Ну давай, принеси нам кетчуп. Вы кетчуп храните в ящичке вместе с ядом? Гениально. Вы чё, дураки? А если у вас как бы кетчуп отравится, не? Пофиг, видимо. Окей. Так, что здесь у нас будет? Иди проверь. А сам так проверить не может, видимо, просто потому, что он кушает, да? Ну ладно, окей, мы так и поняли. А, так у нас еще и алмазы там есть, нифига себе у нас тут... А это что за крафт такой справа у нас нарисован? Алмазы с яблоком, это что, мы можем сделать какое-то алмазное яблоко? А, так оно уже у нас даже здесь есть. А, нифига себе, интересненько. А такой крафт у нас в Майнкрафте работает, не? Я, походу, давненько не играл, и что-то у нас там чуть-чуть обновилось. Так, у нас Хаги-Ваги, если что, пробежал. И... Сейчас пробежит на фоне. Оп, как я и говорил. Ха, нифига себе. Так, ну что-то здесь сейчас будет страшное. Это что? Что это такое? Это Хаги-Ваги? Тут чуваку даже, этому охраннику стало немного страшно. Давай, жри уже быстрее свою сосиску и погнали уже там разбираться. А, ты что, дурак? Он сосиску зарядил в дробовик. А чё, так можно было, что ли? Ты чё, его накормить хочешь? По всей видимости, да. Гениально вообще. Ой, охранника кокнули, понятно. И сейчас будет еще минус один охранник. Угу. Чё, Хаги-Ваги, тебе вкусно, не? А, он просто убежал. Я думал его сейчас кокнуть, но нет. А сосиску-то оставил свою. Смотри-ка, чё. Окей. Эй, чувак! О. Подними руки и отойди от стекла! Это еще кто? Это шо, у нас тут какие-то супергерои, что ли, в городе еще водятся? Защищают эту опасную зельку в музее химии. Чувак! Как-то это все очень странно звучит, но пока что вот так вот. Ладно. Ну, Хаги-Ваги, походу, вообще пофиг, он просто дальше зельку забирает. Ты что, упал с обрыва, а потом вымыл лицо синей краской? Что не так с твоим лицом? Вот такое вот лицо у него, просто он игрушка, он же не виноват то, что его таким сделали, чё ты до него докопалась-то, блин? Ему вот вообще пофиг на самом деле, ага. Эй, Соник, говорю тебе последний раз! Кстати, а ты задумывался о том, что Хаги-Ваги немножечко похож на Соника? Ну, совсем чуточку, если только. Отойди от стекла! Угу. Ты напросился! И что будет? А! Он просто убежал, и все. Это оказалось как-то изи. А.
сигналка. Погоди. Она чё, на самом деле не супергерой, а наоборот тоже другой грабитель? Потому что, да, я только сейчас понял, у неё же маска грабителя, блин. Ёк, Макарёк. Ладно. На, забирай свою зельку. Эта девушка нравится Хаги-Ваги. Ладно, и что дальше у нас будет? Ты напросился! Ага. Ученые, походу, проверяют повтор. А это что у него там за камера такая секретная стоит посреди музея? То, что можно вот так вот спокойно ее посмотреть. Ладно, странно это как-то. Тут у нас сейчас сигналка заиграет. Да, мы это только что видели секунду назад. Зачем нам еще раз показывать, не знаю. Но ученому это явно не нравится. Трансформация обратно в человека. Только лишь поцелуй возлюбленной девушки. Это же, скорее всего, ученый придумал вот эту вот функцию. То, что Хаги-Ваги можно обратно в человека переместить, трансформировать. А для чего? А зачем? И это, походу, именно та девушка, которая только что пыталась мастер, поймать Хаги-Ваги. Мастер, я готов к новому заданию. А, ты уже готов дальше работать? Ну ладно. Кокнуть. Чего? Убийство из Амонгаса? В смысле, блин? А зачем ее убивать? Я готов начинать! Не, этот ученый явно какой-то псих. Так, окей, у нас какая-то вечеринка светская, причем все такие в костюмчиках, красивые, нарядные. Что-то там шушукаются, разговаривают, но окей. И что здесь у нас будет, интересно? Сюда что, Хаги-Ваги сейчас заявится? Ладно. А зачем? Непонятно. Так, оу. Нифига себе, конечно! А чё ты здесь забыла? И походу, какому-то дяденьке она прям очень сильно понравилась, он решил с ней потанцевать. Неплохо, красиво так танцует, правда, даже музыки нету. Ну ладно. Как это было максимально странно. Так, и что здесь сейчас дальше будет? Сюда сейчас должен по-любому прийти Хаги-Ваги, мне кажется. Оп. Это так весело, вырывать эту пиццу. Она оказалась самым настоящим грабителем. Да уж. Все-таки наша теория была верная. А что здесь делает девушка с коляской? Мне кажется, она вообще немного... Нифига не в тему, блин. Кажется, она приглянула себе новую вещичку. Вау, какой миленький мальчик. Сегодня он такой милый, такой спокойный. Она обманывается, смотри, что делает. А у тебя есть дети? Оп. А все, украшение-то исчезло, я ж говорил то, что она воровка и взяла, скоммуниздила. Ну, жучара, а? Нет, конечно, у нее детей нету, мне кажется. Так, ну, ладно, чё, окей. У нее сын это Хаги-Ваги ребенок? Вот это поворот! Чего, блин? А как это работает? Что-то я приколдес не понял. В смысле? Она даже сама офигела. Походу, Хаги-Ваги туда сам каким-то образом залез. Но почему он ребенок? Я что-то не понимаю пока что. А, ты был обычный, ты просто притворился ребеночком, я так понял. Да, у тебя очень похоже получилось, ага. Опа-на. Опять ты? Ну да, это я. Чувак, это не тебе сказали. Ну, отстань. Да. Так, и что, она просто пытается убежать, что ли? Ну сейчас придет Хаги-Ваги. Так кто ты, блин, такой? Я Хаги-Ваги! Я Хаги-Ваги! Ты чё, меня не знаешь, что ли? Я ж тебе еще в прошлый раз сказал! И сегодня ты умрёшь! Ты реально в этом уверен? Кажется, план немного поменялся, должен был он ее кокнуть, а сейчас, походу, она его убьет, потому что она достала пистолет. Лайк за меткость! Кстати, да, знаешь, я понял, то, что лайк-то я... Блин, а что, его кокнуло пистолетом, что ли? Я помогаю. Короче, пока мы анимацию до конца не досмотрели, нужно же просто взять лайкосик на это видео обязательно поставить, на канал подписаться и поставить колокольчик на все уведомления, чтобы следующие видосики не пропустить. И тебе желательно сделать то же самое. А Хаги-Ваги у нас немножечко кокнулся, и там у него какая-то картинка еще появилась. А, это фотка, что ли, я так понял? Походу, да. Ладно. Кто этот парень? Ты его кокнул и забрал его одежду? Я понял. Это его фотография. Я сначала не узнал, а сейчас у меня все в голове сошлось. И он даже, смотри, у него даже глаза слезиться начинают, потому что он, походу, вспоминает. Да. Он вспомнил свою предыдущую жизнь. Как он бегал по пляжу, гулял.
А сейчас он выполняет приказы какого-то злого доктора, психопата, блин, вообще. Капец, мне даже его жалко стало. Ты человек? А как оно догадалось, что это он? Не знаю, если бы я нашел такую игрушку огромную и злую, я подумал бы... Блин, а я бы не знаю, что я подумал, ладно. Но я бы не подумал, что это этот чувак. А зачем курица из Майнкрафта? Окей. Он такой, ты дурак, я ж тебе говорил. Да, короче, я не смог ее найти. А, тогда да, в принципе, логично. Но мне кажется, раз у этого ученого была даже камера в этом в музее химии, то сейчас он тоже ее, конечно же, ну, Хаги-Ваги нашего спалит, то, что он его обманывает. А, и вмазал ему, зачем, блин, ты дурак, что ли? Ну-ка, отомсти ему. Бом! Правильно, красава. Блин, как он играет смешно, вообще прям ляпота. О, а ты как их нашла? Нифига себе, это же должна быть секретная лаборатория какая-то. Она такая, блин, меня должны убить, черт. А, она смотрит повтор. О нет, только не он, пожалуйста, преврати меня в пылесос. Да, я понял. Да что угодно, только не... И вот как у нас превратился Хаги-Ваги. Понятно. Она еще эту картинку увидела, и сейчас она узнает то, что она может просто его поцеловать, и тогда он превратится обратно в человека. Но, блин, стал бы ты такого страшного чудовища целовать? Я не уверен. А, она сейчас его превратит в Хаги-Ваги, или вообще в какого-нибудь там Килли-Вилли, там, по-любому. Это у нас история появления Килли-Вилли в мире, в анимации, в Майнкрафте. А, она превратила его в банку помидоров. Все оказалось немножечко попроще. А ты хочешь маринованных помидорчиков? Я помню, кто я. Ты хочешь скормить ему ученого? Это мерзость. Я думаю, это немножечко перебор все-таки, ну да. Ученый должен вернуть мне прежнюю форму. Ученого немного нет. Я думаю, что он сейчас этого сделать, ну, не сможет. А кто сможет? А, и так быстро? Оу. Я хочу помидоры! Самое время для помидоров. Прям вообще. Окей. Но это еще не все. Короче, пока вот это все идет, давай ты пока что лайкос поставишь и на канал подпишешься. Потому что... где мои деньги? Она у него деньги скоммунизила. Я тоже тебя люблю. Гениально вообще, тогда посмотри еще интересно, а что она собиралась украсть из музея химии? Это, мне кажется, мы уже никогда не узнаем, потому что, ну фиг его пойми вообще. Просто посмотри предыдущий видосик.